Всем привет! Я снимаю уже готовый продукт. Я вчера его готовила без камеры. Не знаю, это был эксперимент чистой воды. Я почему-то не думала, что у меня все получится. Как-то сомнения брали. В общем, я сделала рыбные консервы. Тут у меня селедка, но по рецепту, по которому я делала, там можно использовать и скумбрию, и горбушу, и ту же сельдь, сайра, карп, окунь, в общем, рыбешка мелкая, речная, в общем, вообще любую рыбу. В некоторых рецептах берут и лук, и морковку предварительно обжаривают. Или в мультиварке, или в сковородке, а потом уже кладут в мультиварку и с рыбой томят. Я сделала без всякой предварительной обжарки, просто на дно мультиварки положила две луковички и просто их полукольцами порубила. Тут же сразу рыбу, селедку просто я обрезала головы, убрала внутренности кишки, и все, плавники, хвостики, вот это видно, это я все не обрезала, потому что они разварились, их можно тоже кушать. Добавила чуток воды, где-то буквально стакан растительного масла, миллилитров 100, соль, перец, все по вкусу. Я еще сюда какие-то хмели-сунели кинула. И лимонную кислоту. Лимонная кислота, чуть-чуть, буквально где-то пол чайной ложечки, она помогает не развалиться кускам, чтобы они от долгой термической обработки просто в кашу не превратились. Вот, лавровый листик положила. Берем. Возьмем вот такой кусочек. Зажаристый, как с жидким дымом, кстати говоря, выглядит. Мягко. Очень вкусно. Кто-то, кстати, готовит просто на плите или в духовке. Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать рецепт, как я делаю в мультиварке рыбные консервы из селедки. Второй раз делаю. Первый раз вы вначале увидели результат, был это просто эксперимент. И сегодня я решила вам изначально показать, как я это делаю. Взяла лук и средние луковички, их лукольцами порезала и сложила на дно мультиварки. Сейчас я уберу голову селедки, уберу внутренности и порежу ее на куски. Порезала я рыбу, я убрала голову, внутренности, оставила молоки и куски рыбы. Хвостики, плавники, как видите, я не обрезаю. Мне понравилось, как в тот раз оно все пропарилось, проварилось. Оно было очень мягонькое, вкусненькое. И, в общем, не вижу смысла заморачиваться. Но если вы хотите, вы можете убрать. Добавлю сюда чуток подсолнечного масла. Буквально вот, ну вообще, чуть-чуть. Добавлю перец горошком. Лавровый лист. Лимонной кислоты посыплю. Также вы можете на лук снизу положить еще морковочку. Также вы можете добавить еще томатную пасту. Соль тоже по вкусу. Я вот в прошлый раз пересолила. Вот, в этот раз как-то надо поаккуратнее с этим делом. Вот, наверное, вот так вот хватит. Если что, в тарелочке досолить можно будет. Тут всю вот эту красоту заливаем водой. Стакан, два. Ставлю в мультиварку. 2 часа готовились наши рыбные консервы. Сейчас мы с вами попробуем, посмотрим, косточки разварились или нет. Пахнет очень-очень вкусно. Это прямо вообще такой аромат. У нас косточки, мы прям вместе с косточками сейчас попробуем. Косточки очень хрупкие. 2 часа прекрасно хватило для того, чтобы косточки стали мягкими. Если данное видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, комментируйте. Всем приятного аппетита, всем всего хорошего, пока-пока.